Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня будем проходить карту под названием 7 Room для Майнкрафта Pocket Edition. Ну что ж, вот, после загрузки этой карты мы появляемся вот в такой комнате, в которой у нас идет дождик. Ну что ж, нажимаем на эту кнопку и отправляемся в первую комнату. Да, Room — это комната, которую нам предстоит пройти. Так, ну здесь, я полагаю, нам нужно найти ключ, да? Так, ну, это, наверное, самое легкое задание, которое может быть. Мы легко его прошли. Теперь вторая комната. Так, что здесь может быть? Так, ничего вроде нет. А, сундук. Так, зачем нам дали кирку? Я не могу сделать кнопку. Странно, очень странно. Должен ли был я сделать кнопку, или я должен был это все куда-то деть? Ну ладно, не важно, но мы отправляемся в третью комнату, где нам придется найти среди этой печек, наверное, кнопку или что-то в этом роде. Но это будет очень мучительно, так как здесь просто немысленное количество этих печек. Смотрите, там была палочка. Я не знаю, для чего нам дали эту палочку, но я возьму эту палочку. Но если я не найду никакой ключ или кнопочку, я сам из дерева сделаю кнопку, да. Ну, сами поймите, я потрачу минуты 3 на поиск этой кнопки, и вдруг я не найду. Вдруг нам специально в сундуке оставили доски для того, чтобы мы сейчас сделали эту кнопку. И посмотрим, если мы не сможем сделать эту кнопку без крафта, то все было специально сделано. Но вот, как видите, ни одной еще кнопки нам не попалось. Как мы ни крутились бы, но у нас ничего не выходит. Поэтому я, ну, наверное, сделаю кнопку. Ну вот смотрите, даже нигде нет. Ну все, делаем кнопку и открываем нашу дверьку. Ну вот я открою еще несколько печей. Печек, и все. Вот смотрите, вот камень. Я вот зачем нужен нам камень, скажите вы мне. Что за карта? Кто это делал? Ну, никакого объяснения. Просто пишут комнаты. И мы сами должны догадаться. Ну, здесь нам опять приходится что-то сделать. Время у нас еще есть. Ну, я не знаю. Здесь нас закрыто. И здесь у нас тоже, к сожалению, закрыто. Ну, давайте мы сделаем кнопку. Так, а хотя давайте сюда поставим рычаг. На рычаг у нас материалов хватает. Вот смотрите, палочка нам пригодилась. Поэтому я просто в замятении. Я не знаю, что, зачем. Так, ну, у нас, смотрите, внизу дырочка. Ну, я никак не могу открыть. Этот ключ нам только понадобится сломать эту кровать. Ну и что у нас открылось? Открылась у нас вторая дверь. К этой двери у нас был протянут редстоун. Ну, мы переходим к пятой комнате. Так, включаем мирную. Все. Нормально. А то мы будем полчаса отбиваться от этих зомби. Так. Ну что, давайте быстрее поищем. Так, вот я понимаю, это у нас выход. Который мы зайдем попозже. Но для этого мы должны найти ключ, который открывает этот выход, да? Так, ну ты сразу видишь ключ. Так, нажимаем. Все, нажал, уходим. Бежим туда. Бежим. Добегаем. Так, что у нас здесь? Вот, смотрите, у нас здесь оказывается еще один ключ. Так, и где у нас открылась дверь? Я слышал щелчок. Неужели здесь? Нет, здесь у нас вроде все открыто. Так. Где же дверь? Нет, и вправду, я честно могу сказать, что эту карту я не проходил. Я честно с вами сейчас начал только проходить эту карту, поэтому я не недоумеваю, где может находиться дверь. Ну, смотрите, вторую часть. До второй части я уже обязательно найду дверь. Ну, где же она может быть? Ну, все дырки нет, нигде нету. Ну, просто вот невозможно ее найти. Сами посмотрите, ее нигде нет. Ну что ж, на этом все получается. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а также ждите вторую часть.